Да может это ты похож на меня? Нет, это ты похож на меня, это точно. Нет, это ты похож на меня. Это ты похож на меня. Это ты. Сейчас, секундочку. Тут два шага ехать. Блин, я опять умер от еды, что за хуйня? Очень вкусная. Я надеюсь, это не канализационная. Озеро. Да, что такое? Вот я тебя и встретил в темном углу. В смысле? Все, не надо зажимать. Шеф, тут медики со скальпелями на меня напали. Господи, ребята, что вы хотите от меня? Пустите. Нажимай. Шеф, в смысле, бросайте и уезжайте. Темный угол, короче. Какой темный угол? Бля, пацаны, вы что? Да все, я виноват, деньги верну, честно. Я верну, правда, деньги, все нормально. iPhone 7 не будешь просить? Меня? Не буду, честно, не буду. Ну все, ладно, я тебя прощаю. Все, шеф, я видите, как с ними разобрался, все хорошо. А вы снайпера не видели? Снайпера не видел. А ты видел снайпера? Сюда парни напали, блядь, пришел, смотри, спросил снайпера. Китаянка, блядь, стоит. Пошел в жопу, я не китаец, я узбек. Еще у меня денег нужен, куда ты его потащил? Слушай, стой. Господи, да там ребенок прям совсем. Ну что, красивый, давай рассказывай, откуда ты здесь, что у тебя за нарушения такие? А я не знаю, не помню. А как тебя зовут, малыш? Илюша. Илюша тебя зовут? То есть и паспорт еще пока не выдали? Так по паспорту тоже Илюша. Тоже Илюша, Филя, по-моему, ему еще не выдали паспорт, так ему не надо приставать. А можно я деньги на банкомат положу? А можно мы сейчас тебя сначала досмотрим, а потом ты положишь деньги на банкомат? Полицейский, это у тебя такой голос, да? Офицер, это вас насиловали? Почему вы голос? Да не задавай ему... Ты, блядь, я сколько на психиатров потратил уже денег, чтобы он про это забыл, хватит ему об этом напоминать! В допросную его, да? Допрос. Конечно, Филь. Да. Наш любимый допрос. Замечательный допрос. Ну что, малыш, давай. Знакомиться. Ну что, Илюша, рассказывай. Может, тебе котенка показать, не? Или щеночка, выбирай, или конфетку, может, тебя угостить. И конфеткой угостить тебя? А тебя попочка не трясет, Филя? Ты готов? Да. Давай посмотрим вообще, что за косяки у него, подожди. Илюша, мне кажется, у тебя там большие проблемы. Опа! О, в полицейской форме оказался, смотри-ка. О, ты смотри, Филя, давай вяжи его. Филя, Филя, он кого-то завалил. Ну в тюрьму, сейчас в тюрьме повеселимся. Отлично. Точнее, ну, в смысле, в тюрьме не повеселимся, а ну... Как бы проблема будет. Стоп, давайте, короче, я эту форму себе оставлю, 50к вам дам. Давайте. Да, конечно, Филь. Ты все, готов? Хорошо, братиш. Только полную форму, только полную. В смысле только полную? А что ты еще хочешь? Она что, не полная, что ли? Штаны есть, это есть. А, я не заметила. Блин, ну как-то не так, ну как шляпку еще можно? Шляпку? Филя, у нас есть скидки на шляпы, полицейские? Руки вверх. Господи! Господи, твою дивизию, ты еще больной! Ты что так пугаешь? Мы тут сделку вообще мутим. Выйди отсюда, тут полицейский участок. Фу. Блядь. Штаны иди стирай, да. Филя, кто обосрался? Я или ты? Все нормально, Илюша, тут очень много народу. Все хотят, чтобы ты спел песенку. Чё, ёпта, здесь цирк разводит. Это не цирк. Вообще-то это воспитательное мероприятие. Уважаемые господа, господин Бумзум едет уже. А пока я вам советую разобраться в вашей, так сказать, охуительной истории, в вашем трио. Кто виноват во всем? И прийти к общему Чёрт. Мнению, чтобы не забивать голову полицейским. Всего Давай, доброго. Снимай. Мы скоро к вам вернемся. Филя, пойдем. Филя, ждем. Это будет весело. Филя, если говорю, это будет интересно очень. Смотри, они сейчас будут друг друга жрать. В итоге сейчас кто-нибудь признается, и мы того повешем. Лоло. Чёрный, это черный господин. Претензия в том, что их компании черные. Да. Ололо, что стреляй. По любой непонятной ситуации стреляй черного. Да. Руд, Руд, по свободе не сделал. Это не оскорбление. Это оскорбление. Я вам говорю, в законах прописано это оскорбление. Нельзя называть человека черным. Я же вас не называю белым. Руд, блядь. Ну хочешь, называй меня белым. Нет, я не хочу. У меня нет такого понятия называть вас белым. Вы человек для меня такой. Филя, по-моему, они друг друга захуячат. Мне тогда сказать свое конкретное имя, чтобы я нормально помогал тогда. Сибиряк! Обижали. Сибиряк, не надо мне для черных. Нам ну хорошо. Я не черный, я просто в Турции без крема обгорел. В Турции, блядь, он без крема обгорел. Осталось 3 минуты! Да мы решили уже, Гози. Кто сядет?
черный. Черный. Эй, не по справедливо, их двое против одного. Черный, давай парируй, мы за всем наблюдаем, всем отделением. Должен кто-то один сесть. Нет. Да! Я сейчас вам яйца отстрелю всем троим. Кто-то один должен сесть. Ну черного нельзя пробить. Можно. Тебя как раз таки и можно. Мы сейчас в токенсе назвали тебя черным. Поэтому не надо. Тихо, смотри, сейчас еще. Смотри, что творит. Смотри, что творит, действительно. Смотри, сейчас черным захуярит, их посадим. Это будет уже... У меня кулаки уже болят. Я въебу. Хорошо. Блять, узбек. Что? Вы, блядь, нарушаете субординацию. Я не нарушаю субординацию. В уставе прописано, что если черный разговаривает слишком много, его можно ударить. Раз, два, там прописано, блядь. Прописано так. Пока не спорь со мной, уважаемая власть. Чёрт. Он черный, у него нет розыска. Это странно, нужно ему добавить кокаина. На продажу калаша, короче. И мы человека поймаем через тебя. Давай. На рынке? Да хоть где. Ну, не вопрос. Тебе за это бабла не будет. А, смысл тогда мне это сдавать? Мы тебя аннулируем. Скорее всего, мегазоид. Мы твои 17 убийств аннулируем. Какие 17 убийств? 17 убийств. Какие 17 убийств? 2 крупных кражи, 7 попыток автоугона. И 17 убийств. Братан, не подпишешь. И еще и хранение наркотиков. Еще и с полицией были пойманы. Все, гражданин, вам пожизненно прописано. До свидания. Филя, а что знаю, как действовать, да, с черными? Да вообще. Все нормально, давай там еще тачка. Бля, Волга, ну, по-любому насильник едет. Приезжайте, приезжайте, пожалуйста, чувак, дальше. Увези меня отсюда, меня копы хотят убить. Быстро, быстро, увези меня отсюда. Давай, 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 давай. Нет, не открывай ему дверь. Начальник. Стоять, начальник. Шеф, что с вами? Блин, я опять забыл тут пакетик с этим, с коксом на столе. Ёпки, он опять его метнул. По ходу дела, перепутал с порошком. Тихо, смотри, тихо. Фили, что тебе? Блядь. Филя, отходим! Филя, отходим! Отходим! Филя! Быстрее! У него оружие! Филя! Бежи, мы же копы! Он его спросил, ты педофил, да? Забери меня с собой. Здравствуйте, уважаемый, меня зовут господин Оззи. А меня Филипп Киркоров. А я Алла Пугачёва. А вы клоуны, что ли? Вы клоуны? Мы не клоуны, мы сотрудники полиции. Ты что, не уважаешь нашу власть? Не-не, я очень уважаю вашу власть. Вот, видите, покажите, пожалуйста, ваши документы. Пока... Кому истёк? Шеф! Шеф, влезайте, пожалуйста. Это мой кабинет, закройте. Филипп, ты где? А, извините, пожалуйста. Это там шеф работает. Там узбек. Да. Пишет, что я был. Смотри. Чё, колёса? Нихуя себе! Ебать, братиш, ты бы такие большие сиськи сделал. Мне бы такие. А как выглядел пакет с сахаром? Съел. Вы съели кто-то пакет? Съел. Шеф, у меня для вас плохие новости. Почему бегемотом разговариваешь? Это был вещток, шеф. Очнитесь, шеф. Бля, братиш, нужно что-то делать. Мы шефу скормили херню. А зачем, братиш, реально проблема? Ёпта, смотри! Нихуя себе! Советский Союз приехал, что ли? Филя, мы угнали машину, Филя! Шеф, отличная вообще реакция, ты конечно. Ты был в моей голове, сам с ним разговаривал? Не, Блин, братиш. А? Чё-то пакетик, походу, было дело. Филя! Тормози его, блядь! Он больной! Какой, блядь, адвокат? Филя, тормози его, он больной. Вон что-то не так. Филя, выпрыгай из машины. Выпрыгай. Огонь, мы горим. Филя, у меня проблемы. Хватит меня облизывать, шеф. Пахнет узбеком. Естественно, узбеком, я же узбек. А ну-ка. Пахнет пловом и корицей. Да, точно узбек. Шеф, у меня проблемы, вы не можете мне помочь? Раздеться, я так жарко. Шеф, у вас погоны полетят, я буду жаловаться старшему по званию. Шеф, вы убили еще одного сотрудника полиции. Он теплый, он теплый, подожди. Он очень теплый. Он холодный. Не надо. Филя, Филя, живи. Теплый. Филя, тебе в бошку засовывают в очко. Филя, нам нужно валить от него, валим. Спасибо, доктор. Да. Повернись назад. Я не хочу оборачиваться. Оборачивайся. Не хочу оборачиваться. Филя, я не хочу этого делать, пожалуйста. Не заставляй меня, Филя. Слышь, братан, подвезёшь нас до кого? У тебя братан тут сзади тебя стоит. Красный. Посмотри на это.
я это. Все, я сейчас стишок буду рассказывать. Давай, Филя, я буду тебя внимательно слушать. Тишина, блядь, Филя, рассказывай стишок! Слушай, масленка, блядь, как вы... Сейчас, Филь, погоди секундочку, я этого хуя отнесу куда-нибудь подальше. Сунул греку руку в реку и... Филя, зашел, что ли? Масленок, ты окружен, выходи! Филю убили, господи!